Дорогие друзья, здравствуйте, подписчики, гости нашего канала, ну, все, кто нас смотрит. Сегодня я снова в очередной раз готовлю скумбрию в пивном кляре. Я не стала вас мучить, как я ее тут вычищаю и косточки убираю. Короче, это у меня филе без шкурки, все уже готово. Сейчас я буду делать кляр. Пока там лежит, в это время, значит, кладу белочки. Теперь я готовлю рыбку, режу ее на порционные кусочки. Маслица, я буду жарить это в сковороде. У меня нет сотейника, там маленького. Фритюрницы тоже нет. Поэтому все, видите, все ингредиенты готовы. Осталось только начинать опускать их. О, вот так вот. Вот так будем опускать кляр, рыбку. Последняя партия дожарю, а кляра-то осталось многовато. Это было у меня две рыбки всего, ну почти замороженные, видите, надо сказать. У меня вышло это 930 грамм. То есть из килограмма рыбы у нас получается примерно вот горка, еще вот отсюда сейчас, да, добавить? Если бы это был килограмм очищенной, такой вот, как я, уже филированной рыбы, то здесь бы получилось гораздо больше. А так как я ее купила, еще головы отрезала, выпотрошила, то, естественно, тут намного меньше. Поэтому у меня кляр-то и не ушел.
Сейчас я быстренько сметанный соус приготовлю. Вот нам хватит вот такие вот две полные чайные ложки сметаны. Перчик черненький молотый. Так, сюда посыплю. От души. Что еще? Так, чесночочек посыплю. И пучочек укропа взяла. Он у меня не свежесорванный, я его хотела посушить, положила, вот он сохнет. Свежего урожая. И вот так посыплю. Можно, кто что любит, можно петрушечку сюда. Ну, нам хватит вот так вот. Укропчиком запахло. Так, все, можно пробовать. Блюдо наше готово. Прям обалденнейшее блюдо. Берете и макаете. Ну просто божественно. Вот не поверите. Все в норму. И соль, и перец. Ну прям язык проглотишь. У вас алмаз. Что я хочу сказать? Дорогие наши подписчики, друзья, поддержите наш канал своими лайками, комментариями. Делитесь с друзьями. Да. Если вы это сделаете, вы очень-очень нам поможете развить наш канал. Мы будем больше снимать видео. И мы будем вам очень благодарны. А на этом я прощаюсь с вами, так как у меня уже слюна течет. Я буду поглощать эту скумбрию в кляре. Всем пока-пока. До встречи. Пока-пока.